Химкинская школа номер один готова к началу учебного года. Это итоги последней проверки. Председатель Совета депутатов Александр Дреннов осмотрел входную группу, само здание школы и территорию для занятий спортом. Здесь большое футбольное поле, площадка для воркаута. Проинспектировали также школьную столовую и библиотеку. На осмотре также присутствовали родители учеников. По их словам, в школе не хватает оборудования в кабинетах труда. Александр Дреннов заявил, окажет всевозможную поддержку руководству школы в решении этого вопроса. Вопрос оснащения кабинетов технологий для мальчиков, для девочек, он здесь, я посмотрел, действительно его надо взять на контроль и понять вообще всю эту систему до конца и помочь решить эти вопросы оснащения этих кабинетов. Потому что, в конце концов, мы когда говорим и смотрим по телевизору, это World Skill и достижения наших российских школьников, да, на мировых чемпионатах, то это зарождается в школе. Чтобы это в школе зародилось, это должно быть соответствующее технологическое обеспечение именно в школе. Отсюда все начинается. Стоит отметить, что школа номер один построена в 1976-м. В новом учебном году она примет более 700 детей.